А Ярославской области уже не театральной. Речь шла на двусторонней встрече Владимира Путина с губернатором Дмитрием Мироновым. Обсуждались достижения региона и перспективы его развития. Говорили о промышленности, сельском хозяйстве, дорожной отрасли и строительстве. Дмитрий Миронов отметил увеличение посевных площадей, которое произошло в нашем регионе впервые за 10 лет. А также увеличение показателей в отрасли мясного и молочного животноводства, а также производстве яиц. По предварительным итогам года Ярославская область по индексу промышленного производства безоговорочный лидер в ЦФО. Дмитрий Миронов доложил главе государства о выполнении его майских указов. Сколько вы строите всего по графику? На сегодняшний момент мы строим порядка 700 тысяч метров в год, что позволяет обеспечить граждан качественным жильем не только премиум-класса, но и эконом-класса. Также мы очень продвинулись серьезно, и есть хороший результат по проблеме так называемых участников долевого строительства, обманутых удольщиков. По итогам 2017 года мы ввели проблемных 16 объектов таких, и по итогу 2018 года мы планируем еще ввести 14 таких проблемных объектов.